Вау, сколько подписчиков! Наташа скинула ссылку Диме и Маше. Они поделились со всеми своими друзьями. Но когда дошло до Кати... Короче говоря, весь этот движ похож на цепную ядерную реакцию. Отличное название для канала. Вася, атомный движ! Что же такое цепная ядерная реакция? В природе существуют особые элементы. Ядра их атомов умеют спонтанно превращаться в другие или разваливаться, выбрасывая частицы. Мы называем это радиоактивностью. Ждать, пока они созреют, можно долго, но можно им помочь, если запульнуть в их ядро нейтрон. В результате может произойти ядерная реакция. Ядро развалится, и из него вылетят новые нейтроны. Их будут поглощать ядра соседних атомов и тоже разваливаться, выбрасывая еще больше нейтронов и так далее. Это и есть цепная ядерная реакция. А салют из частиц – радиация. Но главное, что в результате этой реакции выделяется энергия. Запомните, радиация в высоких дозах опасна для живых организмов и может влиять на работу электронных приборов. Но в умелых руках она может приносить пользу. Как направить энергию атома во благо, я расскажу в следующих видосах. А пока не забывайте подписываться на канал.